Добрый день, мои дорогие! В этом видео масса полезной информации ждет вас о предстоящем полнолунии. Также я расскажу про ретроградный Сатурн и дам ритуал на привлечение денег в конце видео. Прежде чем мы начнем, я прошу вас подписаться на канал, если до сих пор этого не сделали. Здесь я делюсь с вами только тем, что сделает вашу жизнь лучше. И поставьте лайк для нашего с вами энергообмена. Мои дорогие, уже 21 июля 2024 года в 13 часов 20 минут по московскому времени нас ждет полнолуние в знаке Козерога. Это время, когда лунная энергия достигает своего апогея и свет Луны полностью освещает наш внутренний мир и окружение. Полнолуние всегда приносит с собой особые энергии, но когда оно происходит в практичном и амбициозном знаке Козерога, его влияние становится особенно значимым. Давайте разбираться, какие энергии несет это полнолуние, что происходит вообще на небе в этот момент и как нам стоит действовать в это время. Козерог – это знак, управляемый Сатурном, самой строгой планетой, планетой нашей кармы, планетой дисциплины, ответственности, структуры. И сейчас Сатурн у нас движется ретроградно. Если кто пропустил эту новость, в Private Money я уже рассказывала, с 29 июня по 15 ноября 2024 года. Это важное астрологическое событие, которое влияет абсолютно на всех жителей нашей планеты. И ретроградное движение планеты означает, что с точки зрения Земли, для нас, для людей, нам кажется, что Сатурн движется назад по своему орбитальному пути. Это явление приносит с собой энергии и возможности для пересмотра и переоценки наших целей и структур. Ретроградный Сатурн акцентирует внимание на внутренней работе и на самоанализе. Это время, когда необходимо вернуться к прошлым проектам, прошлым обязательствам, завершить все незавершенные дела и переосмыслить вообще свои стратегии. Планета дисциплины, планета кармы и ответственности призывает нас к серьезным размышлениям о том, как мы строим свою жизнь, какие уроки извлекли из прошлого опыта. Да, будет кармическая отработка долгов. У кого-то этот период пройдет легко, у кого-то труднее, все зависит только от вас. А после уже будем собирать плоды. Я призываю вас не волноваться, не переживать, а просто понять. Рвется всегда только там, где тонко. И если вы сами не сумели ранее решить какие-то накопившиеся вопросы, то сейчас Сатурн вынудит вас это сделать. Я вам очень рекомендую посмотреть видео про Сатурн, разобраться и делать. Самое главное – делать то, что я рассказываю в видео. Ссылку обязательно оставлю в описании. Ну а полнолуние в Козероге активирует темы, связанные с нашими долгосрочными целями, карьерными амбициями и общественным статусом. Это время, когда мы можем увидеть результаты своих усилий, оценить, насколько же мы продвинулись в достижении своих целей. Энергии Козерога подчеркивают важность наших профессиональных стремлений и карьерных планов. И полнолуние осветит наши достижения и покажет, насколько мы близки к выполнению своих профессиональных задач. Сатурн – это управитель Козерога, напоминает нам о необходимости структуры и дисциплины. И в это время очень важно сосредоточиться на своих обязанностях и проявлять ответственность в своих делах. Где-то решиться на то, в чем раньше сомневались и не решались. Полнолуние в Козероге предлагает нам пересмотреть свои планы, свои стратегии. И это идеальное время для того, чтобы оценить, насколько эффективно мы используем свои ресурсы и свое время. Астрологические и астрономические аспекты. Мои дорогие, на небе во время этого полнолуния в Козероге происходит несколько значимых астрологических аспектов, которые также оказывают влияние на нашу жизнь, как и любое полнолуние. Солнце и Луна находятся в оппозиции друг к другу. В это время Солнце находится в Раке, знаке, управляемом Луной. Это создает напряжение между нашими внутренними эмоциональными потребностями, да, Луна, и какими-то внешними обязательствами. Это уже Солнце. Луна образует гармоничный аспект также с Ураном, планетой неожиданных изменений, инноваций. Это может принести какие-то неожиданные озарения, внезапные изменения в наши планы, в наши подходы. Секстиль Луны с Нептуном. Этот аспект усиливает нашу интуицию, нашу способность к эмпатии. Это очень хорошее время для духовных практик и медитаций. Я много раз говорила, что сейчас на первый план у нас выходит осознанность и духовность. Поэтому медитируйте, если еще не начали этого делать. Что же ожидать и как действовать? В период полнолуния в Козероге очень важно быть готовыми
к определенным изменениям и вызовам, это время подводить итоги. Оцените, насколько вы продвинулись в своих карьерных и личных целях. Сделайте выводы, скорректируйте свои планы, если это необходимо. Энергия Козерога способствует наведению порядка и структурированию. Обязательно приведите в порядок свои дела, документы, любые накопившиеся задачи. Все это поможет вам чувствовать себя более организованным и уверенным. Козерог у нас управляет костями и кожей. Обратите внимание на свое физическое здоровье, особенно на опорно-двигательный аппарат. Может быть, пора аскезу взять, да, это великолепная упая сейчас Сатурну, да. Регулярные упражнения, правильное питание помогут укрепить ваше тело. Влияние Нептуна усиливает нашу интуицию. Обязательно доверьтесь своим внутренним чувствам и интуитивным подсказкам. Они помогут вам найти правильное решение. Ну а трин Луны с Ураном поможет принести неожиданные изменения. Мои дорогие, будьте открытыми к новым возможностям. Ни в коем случае не бойтесь экспериментировать. Изменения могут привести к положительным результатам. И, мои дорогие, пользуясь случаем, хочу вам напомнить о моем гайде с ритуалами и практиками на каждый день, где вас ждет огромное количество ритуалов и практик для привлечения богатства и изобилия в вашу жизнь. Хотите узнать, как лунные циклы могут кардинально изменить вашу жизнь? Тогда секреты лунного влияния, руководство к осознанной жизни – это ваш ключ к использованию мощных лунных ритуалов для привлечения денег, возврата долгов, достижения изобилия. В этом гайде я подробно расписала практики для каждого лунного дня, специально подобрала для максимального эффекта. Мои дорогие, я призываю вас использовать ритуалы полнолуния, чтобы усилить свою финансовую стабильность, вернуть долги, которые вам, возможно, задолжали непорядочные люди. В этом гайде я делюсь с вами своими многолетними накопленными знаниями, опытом и, самое главное, проверенными техниками, которые помогут вам гармонизировать свою жизнь и достичь желаемых результатов. Не упустите свой шанс преобразить свою реальность с помощью лунной магии. Обязательно приобретайте гайд с ритуалами и практиками на каждый день «Секреты лунного влияния» и начните свой путь к осознанной и успешной жизни прямо сейчас. Ссылка на гайд находится в моем телеграм-канале. И, мои дорогие, как я и обещала, ритуал на привлечение денег. Этот ритуал помогает усилить финансовый поток в вашей жизни и привлечь изобилие. Вам понадобится зеленая восковая натуральная свеча, несколько монет любого достоинства, лист бумаги и зеленый маркер, а также эфирное масло пачули или кедра. Я напоминаю вам, что ритуалы работают исключительно на вашей энергии, и чем выше уровень вашей энергии, тем лучше результат. Для начала найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Зажгите зеленую свечу и нанесите несколько капель эфирного масла на ваши запястья. Закройте глазки, глубоко вдохните и представьте, как поток изобилия входит в вашу жизнь. Почувствуйте благодарность за все, что у вас уже есть. Затем напишите на листе бумаги сумму денег, которую хотите привлечь. Будьте конкретны, соблюдайте правила формулировки желаний. Кстати, видео про желания есть на моем канале. Обязательно его посмотрите, я вам очень рекомендую. Например, я очень счастлив, я с благодарностью принимаю 100 тысяч рублей. Разложите монетки вокруг свечи, образуя круг, это символизирует бесконечный поток изобилия. Посмотрите на пламя свечи несколько минут и визуализируйте, как ваши желания сбываются. Представьте себя в окружении изобилия и финансового благополучия. Ощутите, как эти 100 тысяч рублей легко входят в вашу жизнь. Оставьте свечу догорать полностью, а бумагу с записью храните в кошельке или укромном месте, как напоминание о вашем намерении. Не забывайте, мои дорогие, также проводить ритуал с кошельком. После наступления полнолуния положите пустой кошелек на окно так, чтобы на него падал лунный свет со словами «Как звезд на небе много, как воды в море хватает, так и моему кошельку, чтобы денег стало много и всегда хватало. Да будет так». Ну что, мои дорогие, я благодарю вас, что досмотрели видео до конца. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, что же будете делать в этот чудесный день полнолуния. Это очень мощное время для оценки наших достижений, наведения порядка и планирования будущих шагов. Используйте это время для того, чтобы навести порядок в своей жизни, укрепить свои позиции и подготовиться к новым вызовам. Пусть свет полнолуния освещает ваш путь и помогает вам достичь высот, к которым вы стремитесь. А я вас, мои любимые, всегда жду в моем телеграм-канале.
Особенно жду вас в Private Money, где мы говорим о деньгах, и кроме теории мы делаем абсолютно все, что приносит нам любимым деньги. Активации, ритуалы, практики. Ссылка на Private Money в закрепленных в моем телеграм-канале. Обязательно переходите и подписывайтесь. Всем пока!